Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Звонили вы мне? Звонил. Татьяна Андреевна, для зрителей, что у вас случилось, рассказывайте. Ну, что, как всегда, опять пропали деньги. 126 тысяч. 126 тысяч рублей. Думай, конечно, на внучку. Вы вот. Уж и плакала всяко. Проходите. Я не поняла, ты чего пришел? Донатишь Майнкрафт? Что ты хочешь? Скажи нам правду. Вот бабушка мне твоя позвонила. Что правда? У меня 126 тысяч пропало опять. Я тебе разрешила взять денежку, купить, вот ты как говоришь, вкусняшки бабуле куплю. И ты взяла что, все деньги, что ли, бабушка? Нет, у меня пенсия всего 12 тысяч, а это 126. Вот, посмотрите, сайт есть. Uh-huh. Видите слово, владелец сервера. 500 рублей, видно? Uh-huh. Вот. Она взяла вот таких вот, купила 21 штуку, только по 6 тысяч рублей. Вот в чем дело. Друзья, давайте поддержим бабушку лайком, потому что было не просто согласиться сниматься в ролике, и продолжайте просмотр. Привет, мой друг, это я, и я владелец сервера на своем сервере в Майнкрафте. Стать владельцем ты можешь прямо со своего телефона на нашем сайте SergioCraft. И ты будешь таким же владельцем сервера, прям как я, на нашем сервере SergioCraft. Став владельцем, ты сможешь поставить себе такой же префикс, префикс ютубер. Получи доступ к региону Грифера и начни ломать его дом. Не забудь сломать его сундуки с алмазами и ресурсами. А погоди, погоди, ты можешь превратиться в эндермена, чтобы Грифер вообще ничего не понял. Ну и не забудь доломать все сундуки с алмазами Гриферу. Ну а потом превратись обратно в игрока, чтобы Грифер вообще ничего не понял. Став владельцем, ты сможешь кильнуть Грифера и собрать все его вещи. Тебе будут доступны команды топорика, например, команда сет. Такие права доступны только владельцу сервера. Вот сейчас послушай, став владельцем, ты сможешь построить себе любой дом на сервере и защитить его от всех Гриферов. Прописываешь команду Protect с названием своего региона. И все, защита региона активирована. Теперь ни один Грифер не сможет сломать твой дом. Грифер получит сообщение, что это регион владельца сервера, его сломать нельзя. И никто не сможет сломать твой дом, даже если Гриферов будет 50 человек. Обычно привилегия владельца сервера стоит 6 тысяч рублей. Но вы легко можете купить владельца сервера по скидке на нашем сайте SergioCraft. Достаточно сюда вбить ваш ник, выбрать привилегию владелец сервера и нажать купить. Ну а дальше выберите любой способ оплаты, который вам понравится. Юмани, Киви, Виза, Мастеркард, что угодно. И становитесь владельцами. Все эти крутые права доступны владельцу сервера, поэтому IP в описании, будем тебя ждать. Друзья мои, сегодня необычный ролик, потому что эти деньги, 126 тысяч рублей, она взяла у бабушки. У бабушки. Это очень плохо, когда у бабушки берут. Мне бабушка позвонила, говорит, проблемы, деньги дома пропали, не знаю, что делать, не знаю, внучка, не знаю, нет. Я сейчас пока деньги спрячу. Давайте, как всегда, постараемся обрадовать в конце. Сейчас смотрите, сами все узнаете. Сегодня вот такой у нас ролик. У бабушки украдены деньги. Вот это плохо. Я уже здесь... Был уже здесь много раз. Ой, Татьяна Андреевна, если я не ошибаюсь. Мне жалко, когда у бабушек забирают деньги. Ну там. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Звонили вы мне? Звонил. Проблем. Я уже с камерой сразу. Уже какой раз все. Беда. Давайте для зрителей. Я уже здесь был. Татьяна Андреевна, для зрителей. Что у вас случилось? Рассказывайте. Ну, что, как всегда, беда. Опять пропали деньги. Какая сумма для зрителей? 126 тысяч. Большая для меня. 126 тысяч рублей. Рублей, да. И как думаете, в чем проблема, почему пропали? Ой, даже не знаю, как сказать. Думаю, конечно, на внучку. Ну она дома же, да? Дома. Ну, не пойму, не вору. Вот и плачу всяко. Ну, что теперь делать? Ну, нет денег. Ну, это огромная сумма, конечно. Огромная сумма. Для зрителей. Вот вы мне просто позвонили, говорите, такая-то проблема, приходите. Ну, хорошо, что вы приходите, чем-то мне помогаете. Ну, вот, давай. Помогали. Да, да. Я очень рада. И, пожалуйста, давай попросим зрителей ставить лайк, поддержку, чтобы как бы... Сейчас мы будем разбираться, потому что вы согласились, что вас снимают, это очень уже большого стоит. Поэтому... Я уж и плакала всяко, Что делать? Ребят, лайки ставим, давайте, чтобы... И сейчас будем разбираться, да? Хорошо. Она дома же сейчас, как дома, всегда. Как всегда. В очередной раз. Да, давайте. Тем более ну, проходите сейчас, после вас. Тем более сейчас каникулы. Каникулы, лето у нас. Проходите. Ты что пришел? Привет. Я не поняла. Добрый день. Я не поняла, ты чего опять пришел? А ты меня ждала? Нет, не ждала. Не ждала? Нет. А как думаешь, что опять пришел? Майнкрафтик ты опять переигрываешь у нас, а? Переигрываешь? Я вообще его удалила. Удалила? Да. А мне бабушка твоя звонит, говорит, вот что-то походу не удалила ты.
Бабушка у нас сегодня расстроена. Что расстроена? Ну как что расстроена? Ты опять чего-то натворил? Я не знаю, Анют, как быть? Сейчас мы потихоньку... Я уже плачу и всяко, но такие деньги, такие, я не знаю. Что-то опять у меня не хватает, опять пропало. Что пропало? Ань, сколько раз, я вот сюда прихожу уже, как к себе домой. Ну ты, вот сейчас что она делала сейчас? Вот меня сейчас не было вот все это время, что она делала сейчас? Что ты делаешь дома? В телефоне. В телефоне? Вот у тебя ноутбук. В ноутбук тоже играешь? Нет. Не играешь? Разряженный сейчас. А мне кажется, поигрываешь. Иногда донатишь в Майнкрафт? Не донатишь? Я уже давно перестала донатить. Это когда давно-то? Минут 5 назад перестала донатить. Не донатишь совсем в Майнкрафте? Недели 3-4. Недели 3-4 не донатишь? Правда? Друзья мои, всем привет! Вы часто меня просили не кричать в своих роликах, чтобы я разговаривал спокойно, тихо и не кричал в ваши микрофоны или наушники, или где вы меня там слушаете. Я постараюсь так и сделать. Дорогие мои друзья, вот она. Задонатила 126 тысяч рублей. Нет, ну это невозможно! Вы как так себе представляете? Я хочу вам сказать то, что она взяла 126 тысяч рублей у кого-то там опять и задонатила сюда. Майнкрафт, ну, купила 21 владельца сервера. Вот они, я написал даже на табличке, 21 владелец сервера на 126 тысяч рублей. Вот они, я сюда телепортировал всех до единого, абсолютно, она не скрывает. Причем она не гриферила, она просто купила этих владельцев, и просто они у нее были. Я не знаю, зачем это было сделано, для чего, и у каждого владельца сервера есть скин. Вот они, эти скины, сейчас я вам буду все это показывать, дорогие мои друзья. Напоминаю, тут 126 тысяч рублей, вот вы это видите на своих глазах, эти 126 тысяч рублей. Вот он, владелец сервера, за 6 тысяч рублей. У нас нет скидок уже где-то половина недели, и она купила владельцев сервера по 6 тысяч рублей, без скидок. Я не знаю, зачем это было сделано, ведь можно было купить его по скидке за 500 рублей. У нас каждую неделю скидки, каждую, абсолютно. И когда я выкладываю ролик, у нас идет скидка, но тут не было скидок половины недели, она накупила зачем-то по 6 тысяч рублей каждого. Итак, смотрим ее скины, посмотрите, вот ее ник идет, Ан. То есть, как ее зовут? Аня, Ан, и вот дальше пошло, Анмайн. Вот, посмотрите, тут тоже идут какие-то скины. Здесь скин, потом идет Бэйби, тоже скин, Герл, скин. И посмотрите, и тут таких 21 штук, и тут очень много всяких каких-то разных абсолютно скинов. Вот девчачий такой женский скин. Абсолютно все ники идут со скинами, только я не знаю, зачем им нужны были владельцы сервера. Чтобы их, может быть, не банили или что. Я не знаю, в чем суть этих покупок таких, зачем нужно было опять брать деньги там у родителей, у кого она взяла, я уже не знаю. Скина нет, это как так? Здесь нет скина, посмотрите. Зачем тогда было покупать этого владельца сервера? Обратите внимание. Ой-ой-ой-ой, о-ля-ля, посмотрите, сюда не нужно смотреть, пожалуйста, не смотрите, какой у нас здесь скин. Обратите внимание, ей тоже нужен был такой скин, она и такой купила зачем-то, и вот, непонятно, что это, какой-то овечек вообще в форме человека, непонятно. Короче, вот они здесь, ребята, это все находится на спавне, вот я здесь сюда их телепортировал. Напоминаю, 126 тысяч рублей здесь. Каждая привилегия стоит 6 тысяч рублей. Если мы вот так вот отлетим, здесь идет 6 тысяч, 6 тысяч, 6 тысяч, 6 тысяч, 6 тысяч, все это идет по 6 тысяч рублей. Вот, ребят, я вам показал, на что были потрачены ее деньги в Майнкрафте, и, конечно же, я пойду опять возвращать эти деньги. Вот это владелец сервера, вот это привилегия здесь, она показана. Она не гриферила, они просто есть, я понимаю. Это не запрещено, вы можете купить много владельцев, вы можете купить хоть 100 владельцев, не гриферите, я только буду рад, деньги-то идут серверу, спасибо, но не нужно воровать деньги, она-то своровала 100%, я уже знаю это, она своровала, воровать-то не нужно, поэтому мне придется лишить все эти привилегии владельцев сервера, абсолютно, забрать у них у всех привилегии и вернуть деньги. Но если вы купите владельцев, как бы, на честные деньги, или хотя бы попросите их честно у родителей, то это не запрещено, покупать можно. Поддержите меня, пожалуйста, лайком, я пошел к ним, продолжайте смотреть ролик. Как в школу перестал ходить? Каникулы? Каникулы, и времени появилось много. Покажи, что ты там сейчас на телефоне делал? Нет. А что нет? Нет. Может, вас послушали? Давай, показывай. Ну, покажи. Я ж не понимаю, чего ты там смотришь. Ютуб. Покажи, бабушка, какой ты ютуб. Покажи. Я ж не понимаю. Чего у тебя там? Ты вот это смотришь? Да. А майнкрафтской не смотришь ролики? Ты зрителям что хочешь сказать? Они тебя уже... Они все уже понимают. Иди сюда, вставай и скажи зрителям. Давай. Вот смотри, я прям... Вставай. Ну вот
что сказать? Вот, смотри, я тебя снимаю. Что ты хочешь? Я хочу, скажи нам правду. Вот бабушка мне твоя позвонила. Что правду? Анют, ну я не знаю, на кого и думать. Опишите проблему, давайте, поговорите. Чего, какой Майнкрафт? Вот я даже еще и не сказала, а ты уже говоришь про деньги. Да, у меня 126 тысяч пропало опять. Какой Майнкрафт? Я уже давно его удалила и не играю. Ну а во что ж ты играешь? Ты, скажи, ты куда их дел? Я тебе разрешила взять денежку, купить, вот ты как говоришь, вкусняшки бабуле куплю. Ну там я ерунду какую-то. Я их купила, она полоску крестнула, она сейчас лежит на столе. Потом мороженое купила, она в морозильнике. Вот и все. А вы ей разрешили деньги взять? Ну да, она мне разрешила. Я иногда даю, чтобы в магазин, они же все в дворе-то. Вот, так вы разрешили, и ты взяла что, все деньги что ли у бабушки? Нет. Нет? Я вернула их. Как, а вот, она вернула, что ты вернула? Я, там нет. Как это нет? Я тебе положила в шкафчик, где у тебя деньги хранятся. 126 тысяч рублей, ты хочешь сказать, ты не взяла и не закинула в Майнкрафт на наш сервер очередной тысячный раз, когда ты это сделала? Не закидывала? Владельца сервера, ну купила, зачем опять? Я не покупала. Только я думал, ты у мамы деньги взяла, а ты у бабушки взяла. У бабушки же свои деньги. Это отличные же, отличающие. Пенсия. Представляешь, пенсионные деньги. Как, что это копится? 126. Это очень много для меня. У меня пенсия всего 12 тысяч. А это 126. Да я ничего не делала. Ну скажи. Вон, иди посмотри в шкафчике. Вот, иди. Там иди, нет, я знаю. Иди посмотри. Пойдем, посмотри. Иди, посмотри. Там нет, я знаю. Там нет. Ну сходите, посмотрите. Давай, иди, покажи. Признайся лучше, сразу. Нет, да? Нет, конечно. Это же ожидаемо было. Что ты обманываешь? Какое, что? Да ничего не обманываю. Погоди. Так, иди сюда. Ну вот так вот. Вот так. Надо ее сюда звать. Сейчас вообще, будем... Какие скины? Какие скины? Что ты говоришь вообще? Я не говорил про скины. Говори. Про скины все-таки? Сама начала? Я не говорил про скины. Иди, объясни бабушке, а что ты 126 тысяч потратил? Я не знаю, что это такое. Я сейчас попробую, вот сейчас я сейчас сайт открою, покажу, попробую что-то показать. Закрой. Я вообще не знаю, что это такое. Ты знаешь, я не понимаю. Когда чего не понимаю, я тебя спрашиваю. Вот посмотри, Аня. Видишь, владелец сервера, видишь? Нет, не вижу. Вот, смотри, владелец сервера. Сайтик узнаешь? Очередной миллионный раз я тебе показываю, нет? Посмотрите, идите. Я понимаю, что трудно. Вот посмотрите, сайт есть. Uh-huh. Видите? Вот здесь есть слово «владелец сервера». Вот, вот. 500 рублей, видно? Uh-huh. Вот. И тут есть слово «купи». Uh-huh. Вот он сейчас стоит 500 рублей. И очень часто он стоит 500 рублей. Вот он. Она взяла вот таких вот. Купила 21 штуку. Только по 6 тысяч рублей. Вот в чем дело. И там много всяких скинов. Вот. Хватит ко мне приставать вообще. Вот на что были потрачены 126 тысяч рублей. Опять зачем-то. Уйди, я тебя не звала вообще. Меня бабушка твоя позвала. Я позвала. Опять на помощь просила. Вот на что были. Сколько раз помогали и вертали мне деньги. Это ведь не каждый вернет. Ты понимаешь это? Такую сумму. Не каждый. Я уже сколько раз возвращал? А может и не верну в этот раз? Может, я вообще их больше не верну? А если не вернет, кто мне поможет? Кто это? Что, куда деньги? Испарились? Испарились. А, испарились все-таки? Да, я говорю, они в сундучке лежат. В комоде и в сундучке. У тебя там красные. Красные? Пятитысячные? Там много денег лежит, которые ты мне дала. Ты мне вообще, ты мне сказала, я тебе дала купить вкусняшки. И это, ты сказала еще, можно что-то в игре сделать. Чего? Вы так говорили, что ли? Да, она говорила так. Ой, ты чего говоришь? Я вообще не знаю, что там за игры. Ну, ты мне сама сказала, ты можешь это сделать. Вот на ходу врет. Вот сейчас иди сюда, вставай. Иди сюда. И сейчас... Еще раз, последний раз тебя спрашиваю. Зачем ты взяла бабушке 126 тысяч рублей опять? Не брала? Чего ты что сейчас сказала, брала? Вот смотрите. Зачем отказываешь? Я и плачу. Вот тебя не было, ты в лагере была. Я плакала, думаю, ну куда же они могли деться у меня? Ну куда? Ну кроме тебя же
у нас никто не возьмет. Да у меня в Майнкрафте вообще интернет нет, как я могла взять, тем более в лагере. Ты же сказал сейчас, ты сказал, ты взяла у бабушки. Ты не только что дала деньги, я и сходила. На все 120... Тебе не жалко бабушку? Посмотри. Я уже устала плакать. Ты знаешь, как мне их жалко, эти деньги? Я сейчас не работаю. Сижу только на пенсии. Ты этого не понимаешь, что ли? Понимаю. Ну а почему так делаешь? Ладно, это я брала деньги. Брала все-таки, Ань? Брала. Ну хорошо, но... что хоть признаешься. Ну зачем брала? А мне нужны скины. Ну что за скины? У меня мало скинов, я хочу еще скины. Нет, а чего ты с ним делать будешь? Я да. Думаю, что это такое? Да играть. А, ну а просто играть нельзя? Или, не знаю, ну или... Ну зачем ты воруешь деньги? Это опять ты взяла у бабушки. Я просто взяла и все, что-то ко мне пристал. Я не... Ну мне бабушка, что я позвонила. Надо же думать. Что? Я и думала. Ну я опять звонила, ты опять просила. Ты не сама разрешила? Ну, Анют, ну я же не все просила, чтобы ты израсходовала. Ты сказала мужу. Ну не 126 же тысяч. Ты сказала, ты мне дала? Ты вообще представляешь, что это такое, такая сумма? Вот именно, нет. А вот теперь вставай. Вставай. Чего ты сажешься? Тебе спрашивают, а ты сидишь. Бабушка у тебя стоит? Ну. А ты сидишь, да? Ну, чего я сижу, захочу, встаю. Все-таки ты брала, да? Брала. Хоть мне и? На других не надо думать. Я ведь могла на других подумать. Ну, как же я так? Я думаю, на других. Вот, вот посмотрите. Посмотри. Естественно, я, конечно же, не мог... Чего уж скрывать? Возвращаю я. Это же, Анюта, это же не всегда вот такую сумму. Забирайте, это ваши деньги. Это же не всегда такую сумму вот мне вернут. И сколько там? 126 тысяч, вот они. Не всегда же это вернут. Вот даже кто-то даже на улице найдет, и никто это не вернет. Это вот спасибо. Что я позвонила. Спасибо. Он вот так и говорит спасибо. Ну ты. Ты понимаешь? Дальнейшем хоть что-то... не будешь этого делать. А вы деньги совсем не прячете, да? Нет. Они вот, вы сказали, возьмите, да, там на да, поесть. Это, а там все и было, да. Вот накопленное. А ты все это взяла и потратила. А ты... ей все равно, сколько тут. Просто она у мамы очень часто деньги берет на Майнкрафт. Я уже сколько раз возвращал, мы вроде с мамой решили, что она будет прятать. Да. Но ты у бабушки теперь опять украл. Который ничего не прячет, да? Бабушку-то проще обокрасть, да? Ну ты дай хоть слово, что ты такого больше... Не буду я больше. Не будешь больше. Ань, ну как, у нас уже 10 роликов с тобой, как ты деньги берешь. Потом макбуки покупаешь. Да не буду я больше брать. Не будешь больше брать. Вы, может, в этот раз как-то ой, прятать, что, может, я не знаю. Наверное, придется. Может, на карту их положить, а как... Ты прикопался, а? Я прикопался? Да. Я прикопался? А ты прикопалась к серверу? Ты сейчас что, садись? Прикопалась к серверу. А что, ты задонатила сама деньги, у бабушки взяла. Я вообще бы сюда не приходил. Ты не представляешь, как я благодарна, что вот такую сумму мне вернули. Я очень рад, что ой, ролики хоть иногда могут помогать. Давайте, может... Ты понимаешь, что нельзя так делать еще раз? Или не понимаешь? Не, она не понимает. Понимаю. Она не понимает. Давайте как-то... Будете, может, прятать деньги? Да, теперь, конечно, не буду я оставлять. Скажите, может, что-то зрителям, вот, которые смотрят. Вот мы вернулись сегодня, Татьяна Андреевна. Дорогие зрители. Ну, я не знаю. Конечно, это больно думать на свою внучку, например, внука, что берут деньги. Но она не понимает, что это такая я сумма. Я понимаю. Ну, понимаю, что маленькая. Это... маленькая. Ну, а это очень большая сумма. И ты проигрываешь в этом... в телефоне или там вот в ноутбуке. Я же этого не понимаю. Чего ты там делаешь, чего там шевыряешь, стычешь? Я не понимаю. И вот поэтому мне второй раз вертают мне деньги. Спасибо да, вам большое. Вот. Я теперь ожила хотя. Давайте я могу. Вы ролик смотрите, который я выкладываю? Не да. Смотрите? Смотрите иногда? Да. Что-то смотрите? Да, мне показывают. Вот, тогда смотрите. У вас часто дождь, часто тролли. Давай я попрошу зрителей, чтобы вам писали очень хорошие комментарии. Это Татьяна Андреевна. Пишите ей положительные комментарии. Прям очень. Давайте прям поддержим бабушку. А вы будете читать, как люди пишут? Да,
Конечно. Вот. Я пусть знаю. Поддержат, пусть хорошие слова пишут, подарят слова добрые, положительные. И вы, я буду даже тоже лайкать что-то хорошее, чтобы и вы будете читать. Буду читать. Я буду, к сведению принимать, что-то мне и пожелает. Пожелает обязательно здоровья. Я очень рад, буду рада слышать, кто ко мне отнесется. Да, а такие будут, поверьте, много. Поэтому давайте, ребята, не жалеем комментариев и пишем, обрадуем Татьяну Андреевну. Я думаю, что будут. Понимаешь, да? Вот, что ты сделал. Ну, единственное, какая польза. Прошу, что... и что, вот видишь, люди в интернете сидят, люди пользуются. И я прошу, чтобы что-то мне написали. Напишут, меня, чтобы поверьте. Я надеюсь, своих подписчиков, вот. Они не поскупятся на хорошее, доброе слово. Я буду видеть. Давайте так, я все деньги вам вернул. Ой, вам вот прям низкий поклон. Да и... Это ведь не каждый вернет. Не каждый. Ну, у меня уж работа такая, возвращаю. Поэтому, Ань, я тебя прошу. Спасибо. Я тебя уж много раз просил. Скажи спасибо, что нам все... Спасибо. Но она не... Вот она не... Что? Все. Главное, что... Спрячьте их, пожалуйста. Я пошел, ролик выложу. Это вам кто-то звонит. Да. А я как раз пойду. Вот, все, звонят. Пошла. А я тоже пошел. Ой, спасибо вам. Я надеюсь, может быть, больше не встретимся по такому поводу. По такому поводу, надеюсь, и я, что мы не встретимся. Не дай бог. Кто там пришел? Спасибо. Друзья к тебе, гриферки? Нет, ага. Папа пришел. О, сейчас мы ему расскажем. Не надо. Расскажем, не да. Надо. Ага. Не надо. Расскажем папе? Не надо. Не надо. Ну нет, мы потихоньку. О. Потихоньку. Ну что, друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Хочу сказать то, что я под ником Сержа зашел сейчас на свой сервер и пойду на ПВП. Вы тоже можете приходить сюда и баталиться на ПВПшечке. Смотрите, у нас какое-то здесь мирное даже общение. И вперед, друзья! Все по чесноку, ребята. Все владельцы, все, кто бы здесь не был, мы можем сражаться. Надо было щит брать в другую руку. Смотрите, нападение идет. Опа, идет нападение. Я владелец сервера, я Сержа. Я сюда пришел баталиться. Посмотрите, что он здесь творит. Ну сейчас меня, конечно же, здесь фигакнут. О, ну... Надо было есть яблочко срочно. А, фигачимся. Нет, я буду честно, если уж меня захотят заколоть. Серджу сейчас. Опа. В Аталии начинается. Вы сами. IP в описании под видео. Заходите сюда, и вы тоже можете это делать. О, нет! И Серджу все-таки кильнули. Серджу все-таки кильнули. Я валяюсь. Все, как вам не стыдно. Вы старичка Серджу, владельца сервера. Здесь мечом, так сказать. Ну что же вы делаете, ребята? В общем, IP писание под видео. Вы можете... О, я теперь без всего. А, нет, посмотри. А что у меня броня? А, нет. Я думал, я в броне остался. А это я вдруг... Смотрите, я думал, это моя броня. Нет, это не моя броня. Короче, IP писание под видео. Можете залетать сюда, набивать всякие киллы. И есть всякие кейсы. Посмотрите, донат за время, донат за киллы. Вот они идут, донат за киллы. Можете получать админки бесплатно. И, смотрите, у меня наверняка есть ключик. Сейчас что-нибудь откроем. У меня 1916 ключей. И сейчас, чух, донатный ключ. Что сейчас будет выпадать на весь сервер? И донат. Давайте, владельцы сервера, нет? Супер админ, я выпал! У меня выпала супер админка сейчас, крутая привилегия. Короче, IP писать под видео. Залетайте, выполняйте квесты, идите на ПВП, сражайтесь и будьте счастливы. Давайте, все, IP писать под видео. Я сейчас там сам пошел ПВПшиться. Вперед, прям без меча. Все, вот так вот, на голую руку. Давайте. Нет. Все, IP писать под видео, спасайте меня.